В деловых новостях мы продолжаем знакомить вас с лучшими бизнесами Русской Америки. Медленно, но верно вступает в право весна. Сезон отдыха с семьей и друзьями на лоне природы. Ну а какой пикник для нашего человека без шашлыков? Это ведь не просто еда, а целая наука. С ее аксиомами знакомилась Ирина Савина. Минувшая неделя завершилась одой гурманов предстоящему весенне-летнему сезону. Известный в Бруклине магазин «Атлас Мид» приветливо распахнул свои двери всем тем, кто самым модным овощным диетам предпочитает хорошую отбивную или сочный шашлык. Владелец бизнеса Андрей Невельский не только снабжает своих постоянных покупателей свежей фермерской продукцией, но и с удовольствием делится приобретенными за годы работы знаниями. Значит, есть такое мясо, называется брискет, многие знают. Это мясо нужно делать в духовке 8 часов. Но если вы его потрогаете пальчиком, да, оно мягкое. Если вы положите на сковородку его, через 15 минут вы его не сможете разжевать. Люди употребляют мясо с древних времен. Сырое, жареное, соленое и вяленое. Все зависит от исторических условий и личных предпочтений. Правда, современному жителю мегаполиса не приходится бегать с копьем, чтобы добыть себе пропитание. Достаточно заглянуть в ближайший супермаркет, и вопрос решен. Развесное, фасованное, фарш или полуфабрикаты – все к услугам самого привередливого потребителя. В условиях жесткой конкуренции не всем магазинам удается выстоять. Так что это за краеугольный камень, на котором зиждется успешный бизнес? Чтобы открыть такой бизнес, нужно просто быть профессионалом. Просто профессионалом. Нужно знать мясо, нужно знать, ну, если можно сказать, анатомию животного, да? То есть от кончика носа до кончика хвоста. Правильно построенная торговля не замедлила сказаться и на притоке клиентуры. За покупками в «Атлас Мид» приезжают люди не только из ближайшей округи, но и из отдаленных районов Нью-Йорка. Я просто советую всем ребятам, которые любят мясо, пускай заезжают сюда, попробуют стейки. Я в этом магазине с первого дня его открытия. Мне здесь очень нравится все. Здесь очень чисто, добрые, внимательные продавцы. И продукция всегда свежая. Я зашла сюда первый раз, но здесь очень все красиво, чисто, аккуратно. Мясо очень свежее. Разделки и хранение мяса поставлен на профессиональную основу. Какая-то продукция должна висеть, какая-то хранится в вакуумной упаковке, а кое-что выкладывается на прилавок. И никакой нарезки заранее. Мясо из-под ножа всегда считается самым свежим. Этой аксиомы твердо придерживаются сотрудники «Атлас Мид». А покупатели уже привыкли к внимательному отношению. Именно поэтому магазин за полгода приобрел свою постоянную клиентуру. Так что все дороги хотя бы раз в неделю ведут гурманов к мясным прилавкам. Несмотря на непогоду, покупателей у «Атлас Мид» хоть отбавляй. Всех привлекает свежая продукция и отменный сервис. А предполагаемое потепление и предстоящий сезон пикников убеждают в том, что горячая пора у сотрудников магазина еще впереди. Ирина Савина, Ави Абрамов, Эдуард Клинер. Специально для канала НТВ Америка.